его оппонент, боец в красном углу, боец спортивного клуба «Европол», город Красногорск, Василевский Андрей. Внимание на экран. Я Василевский Андрей, мне 34 года. В клубе «Европолки» занимаюсь 2 года. Являюсь кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою. Единоборство для меня – это возможность самореализоваться, быть уверенным в себе и поддерживать себя всегда в физической хорошей форме. Ясно. Андрей, скажи, а с кем бы из российских актеров ты хотел подраться? Актеров российских? Гоша Куценко. Гоша Куценко? А почему? Потому что, может быть, лысый такой, как я, или попробовать, кто более скользкий. Понятно. А из голливудских актеров с кем бы хотел подраться? Я голливудских не смотрю, смотрю только наши кино. Наши кино, это хорошо. А из актрис с кем бы хотел побороться? Побороться там и достойная актриса, с которой можно побороться. Понятно. А с кем бы никогда в жизни не смог подраться, даже если бы тебя сильно обидел? Андрей, скажи. Это, наверное, те люди, которые не равны мне. То есть это младшие, старшие люди, и которые не могут дать достойный отпор. Отлично. Спасибо, друзья. Встречаем. Василевский Андрей, спортивный клуб «Европол», город Красногорск. Ну что, друзья?